В минувшие выходные зрители и болельщики футбольного клуба «Нарт» стали свидетелями виртуозной игры и победы над грозненским «Рамзаном». Таким образом, команда из Черкесска уже на третьем месте в турнирной таблице. Каким был поединок, расскажет Альбина Курачинова-Кенжева. Сразу хочется отметить преданность нартовских болельщиков. На третью домашнюю встречу люди стали собираться активно. Тут и спортсмены, и политики, и мамочки с совсем маленькими зрителями, и те, кто совсем не разбирается в футболе, но пришли поддержать родной клуб, и также творческая интеллигенция. Все они сошлись в едином мнении – футбол нужен республике. Игра дарит незабываемые эмоции и впечатления. То, что сейчас происходит, это незабываемо. Днем эта дата останется в сердцах у всех болельщиков нашего республиканского футбола. Наш футбол давно уже не функционировал, а теперь вот первый матч, который произошел с дагестанской командой, с выигрышем нашего «Нарта». Второй, значит, команда «Кабардино-Балкария» тоже выиграла. Сейчас Чеченская республика работает, наши ребята, прекрасный стадион. Я так думаю, что футбол в нашей республике, значит, как достигнет каких-то успехов. Первый тайм выдался очень динамичным. Наша команда чаще всего прессинговала и находилась у ворот соперника. И уже на 8-й минуте за срыв атаки нартовцы получают пенальти. Невозмутимо и хладнокровно забивает рамзановцам опытный Азамат Курачинов. Стадион ликует и ждет дальнейших голевых моментов. Ребята играют в пас, сообщая динамично. И на 30-й минуте матча свой второй гол забивает Азамат Курачинов. Таким счет остался до конца игры. В перерыве матча автор обоих голов поделился впечатлениями. Ну, тяжелая игра, хороший соперник. Пока ведем в счете 2-0, надо продолжать в том же духе. Впечатление хорошее, но надо не останавливаться, забивать еще. Как поддержка зрителей? Отличная, очень хорошая поддержка. Ради них мы и играем. Все это ради них. Спасибо им большое. Академия «Рамзан» – команда не из слабых, но в сегодняшнем поединке ФК «Нарт» был лучше. Команды подарили зрителям зрелищный футбол. Уже завтра «Нарт» сыграет на выезде в Республике Северная Осетия Алания против Владикавказа. А 28 июня «Нарт» принимает у себя ФК «Ордон-2018» из Осетии. Просьба у клуба к болельщикам посещать домашние матчи. Вход на стадион по-прежнему бесплатный. Альбина Курачинова-Кенжева, «Вести», Карачаево-Черкесия.